Гребаное мыло, графон, я не вижу. По ком я стреляю? Так, здесь есть типа эта гора. А вот ответки. Куда же летят ответки? Откуда? Кажется, чуть повыше или... Нет, повыше. Повыше, повыше, повыше. Но... Может... Чуваки, ни хера себе спрятались. Обычно я даже крутых игроков таким способом парочку снимаю, пока меня не снимут. Эти охеренно спрятались. Нет, серьезно. Откуда они, из чего там стреляют? Нет, может быть, машину за здание завели. Там, кстати, глич есть, можно в текстурки здания пролезть. Для тех, кто не знает. Просто нужно с машины выйти, так, подъехать вплотную к зданию и выйти с машины, потом опять в машину зайти, но не на место водителя, а потом с места водителя снова выйти, и можно оказаться в текстурках и 4 типа. Меня наконец-то заметили. Но я что-то нихера никого не заметил. Снова попытаюсь ему устроить нежданчик. Хотя нет, спалюсь. А может и не спалюсь. Все-таки команда какая-то. Да что за херня? Три гранаты. И мой флаг захватили. Охеренно. Охеренно я играю. Так, возьму легкого пехотинца. Он все-таки побыстрее бегает. Попытаюсь. А нахера? Он же на моей мине уже подорвался. Не повезло чуваку. Не туда ты флаг понес. Эх, сейчас, конечно, тупо делаю. Я спалился, где мину закладывал. Он это видел. Пока в отключке лежал. А мины он мои обезвредил, да, похоже. А вот здесь, здесь нет. Но флаг взял. Тоже, наверное, с прыжка. Научился уже, научился. А может, вспомнил. Потому что я здесь, опять же, не верю, что в этой игре есть новички, которые играть не умеют. Что снова? Нет, ну чуваку вообще не везет. Снова на моей мини умер с флагом. Он постоянно берет флаг и как бы ему не везет. Этот чувак, кажется, был в здании не вот в этом, а вот и. Второй чувак, он как бы и не заметил, что я этого валил. Нет, ну, серьезно, он какой-то странный. Флаг у меня в руках. Пожалуй, побегу так. Ты что? Не сработало, не сработало, не сработало. И... На моей мине. Снова в одно и то же время. Я этого с флага, он меня с... Я сам уже не помню с чего. А тот у меня на мине. Динамично, динамично. 15 минут осталось. А мины он мои безвредит. Все-таки. Хотя, я бы на его месте... Все-таки он побежал сюда. Держи гранатку. Он что, дальше отошел? Да что за нах? Приклад. Лучшее оружие. Они что-то вообще мины не ставят. Снайпер типа. Херовый снайпер. Очень херовый снайпер.
этот флаг не надо тащить. Тогда у них вообще шансы на победу снизятся нереально. Но он у меня за спиной. Да. Флаг я не дотащил. И снова мы друг друга завалили. Нет, на повыше брать прицел. В башку стрелять. Так шансы более выжить. Поеду я, пожалуй, снова с этой стороны. Стоя они меня уже ждут или... Хотя... Кто их знает, у них вообще какая-то команда. Без палева, без гранатки. Нет, с палевом, с гранаткой. Вот ты. Бля, ну я мазила. Так, один чувак здесь, второй или там в кустах, или по флаг побежал. Надеюсь, побежал по флаг, потому что... И вообще, снайпер, почему ты за ящиком не сидел, а просто сидел? Снайпер же, бля, видел он меня или нет? Бля, эти гранаты хотя бы кого-то возьмут? Зря взял флаг я или нет? Чувака вроде нет. Чувак! Привет! Все-таки флаг... Да, ударная сила флага, она довольно высокая. Типа как приклада дробовика у медика. Кстати, медиком играть вообще не прикольно, потому что дробовик медика, он убивает с... В лучшем случае 2 выстрелов. Огромное время перезарядки. Но... Очки даются, да, если кого-то, если кто-то живет. А чувак вот, наверное, пал жертвою мины. Я предполагаю, что так и было. Осталось 12 минут. 6-3. Все-таки сравнять счет они еще могут. Могут. Но я им не позволю. Или позволю. Потому что уже мне такая лень в это играть. Пулеметчик? Ёб твою. И гранат нет. Охеренно. Вот это что за херня была? Типа, он меня прикладом, и я его. Еще постреляли, и, скорее всего, пинг отражается. Все-таки играю в американскую версию игры. А это вообще, кстати, нихера не американцы. Это то ли бразильцы, то ли... то есть, нет, здесь вроде есть американцы, но... Здесь вообще странный народ в эту игру играет. Хотя бы, хотя должны одни американцы, но... Здесь... Разные люди встречаются. Вроде никого, но я что-то сильно палюсь. Снайпер был. Даже поменял место. Не такой снайпер этот и плохой, но... Но все-таки он какой-то тоже. Как я играет.